Итак, мы прибыли. Как называется? Lake Corpus Christi. Unloading. О, нет, onboarding. Нет, какие еще слова я знаю? Да. Вот. Это кемпинг в Корпусе Кристи. Товарищ Сухов собирает. Хочет стать популярным на Ютубе. Кстати, потом расскажу. Потом. Что у них есть? Вот у них есть здесь мега-супер горелка. Вода. Вот там, вот там. Ой, надо же научиться еще. Старая лавка. Old bench. Входит в комплект дерево. Дерево. Три ребенка. Два взрослых. Две лодки. Вот. Вот там озеро далеко, но мы потом будем купаться, да? Не, мы будем купаться. Определенно. Вот так выглядит. Вот тут какие-то люди стоят, палатки. Вон там, есть душ. Так что, 33 градуса. Да, Леха, как тебе? Жарко? Ну вот, 33. 33 degrees of Celsius. Yeah. What are you doing, guys? Bubbles. You are doing bubbles? This is a small camp, and this is the biggest one. This one is like a baby. Уже вечерело, и мы пришли в душ. Where did we swim? Да, в кемпинге есть души. И сейчас мы проникнем внутрь и посмотрим, что там. Catfish bathhouse. Так выглядят они. Заходим. Туалеты. Другие туалеты. Раз. Заходим. Сюда. Все. Достаточно чисто. Вот такие вот. Ага! Мы закупили кучу дров, чтобы вечером замутить супер костер. За 15 бачей нам продали полную Toyota Sequoia. Вот, но уже вечереет. Солнце садится. И хочется есть. Мы затопили специальную штуку. Только я на видео все снимаю. Мы затопили специальный факел, который будет отпугивать, я даже не знаю, комаров или вот этих лягушек. Мы точно здесь сможем спать? Давай ее оттащим подальше от палаток. Папа, а почему сгорает? Кто тут спит у нас? Все, первый твой кемпинг, да, есть? Да. Классно. Так, вот мы устроились. Палатки, погода нормальная. Тесно. Ты давай, вон там костер горит, тесно. Отлично. А посмотри, тут есть знак, что нельзя рядом огонь. Ну, рядом нету, как бы, но нормально. Так, а ну-ка, выключим свет. Вот там огонь, ни черта не видно. Ярик, тебя видно? Ярика не видно. Мы проснулись. Ярик, помаши рукой. Помаши рукой. Рукой. Рукой помаши. Помаши рукой. Не, рукой помаши. Вот смотрите, какая
На машине влажность. Все, идем чистить зубы. Народ просыпается. Вот, а теперь послушайте, как какие-то птицы орут. Слава богу, орут они здесь не постоянно, только вот. Конечно, я буду кофе, если мне дадут спасибо. Это не кемпинг, это просто райское место. И ух ты, кто там в домике живет? Ничего себе, какие большие путешественники тут. Мы с Яриком решили взять берег на бордаж. Давай, Ярь, направо разворачивай. А, нас относит. Вон они. Ничего себе, смотри, на банане фигачит. Итак. О май гаш. Задний ход, Ярик, давай. Значит, плывем мы с Яриком, смотрим, тут какие-то потерялись ребята, хорошие такие на вид, дружелюбные. А? Реально, что ли? Вот на таком красивом озере они тут плавают. Эй, ну все, ставим в наше... Ярик делает супер трюк. Да, Ярик? Не. Нет, я вот так потихоньку, давай. И... Ну-ка, посмотри со меня, как ты ешь. Ты что, не кричишь, тебе уже не холодно, что ли? Давай. Ярика! Сюда смотри, да на меня посмотри, наверх. Сюда. Тут можно его расстегать. Давай вот так еще с тобой сделаем, смотри. Можно же так. Смотри, Ять, вот так. Смотри. Кира, смотри. Кира, смотри. Going to Corpus Christi.